Доброе утро. У нас сегодня среда. Я вам показываю по просьбе. Вы меня просили несколько дней отснять, что Идоша берет с собой в школу. И я вам покажу уже, правда, конец учебного года, но я показываю, какой мы ему собираем ланчбокс. Сегодня я ему сварила 3 сосисочки. Ему этого достаточно на ланч. Дальше вы посмотрите, что я еще докладываю ему на снак. Вот как выглядит наш ланчбокс. Вилочка, ложечка, чистик, вот этот вот палочка сырная, йогурт и сосиски, и бутылочка с водой. Это то, что пойдет сейчас сюда в бок. Немного на самом деле, есть детки, которые берут побольше, но я знаю, что если я дам ему что-нибудь еще, то тогда он что-то одно из снака не съест или не доест то, что внутри. И когда он приходит, мы уже едим уже более такую большую еду, большое блюдо какое-нибудь, первое или второе, то есть уже более плотно кушает. В школе он как-то легко, он всегда хочет бежать на перемену, тем более сейчас лето, и они не хотят задерживаться во время ланча или своего снака в классе, поэтому они достаточно быстро это все заканчивают. Вот такой набор одного из дней. Сегодня у нас пятница, у нас сегодня пицца дэй, это значит, что мы заказали пиццу и дошки до конца семестра, то есть буквально это последний раз в этом году. И это значит, что это будет его ланч, поэтому ему не нужно с собой ничего много давать, он мне такой небольшой едок. Поэтому я ему даю ложку, я ему даю йогурт, я ему даю вот эти печенюшки и бутылку воды. Хотела вам рассказать о том, что многие родители еще ложат вот такие вот разные пюрешки фруктовые. Но в данном случае еда у меня не любит, это Габи у меня ест. Я просто вам показываю, что еще сюда может пойти. Вот. Еще можно положить, мы ложим Мишкины лапки. Я вам потом покажу тоже, я их ложу иногда. Но на сегодня это вот такой вот набор. Так что следующий набор я вам покажу, вы увидите дальше. Доброе утро! Сегодня у нас понедельник, последняя неделя школьная. И посмотрим, что сегодня я даю Идоше в школу. Я ему даю сегодня, я их называю фиш наггетс. На самом деле это просто филе рыбное в такой присыпке в духовке. Я подогреваю, это уже готовые из морозилки. Я их подогреваю просто в духовке и ложу ему в его термос, чтобы они были теплые до ланча. Итак, в сумочке у нас уже мы положили термос с нашими фиш наггетс, так называемыми, с филейками рыбными в сухарях. Здесь у меня на самом деле тоститос я положила и крекеры. Я спросила Идошу, что он выбирает, потому что я еще мужа собираю на работу тоже. Но он выбрал тоститос на удивление. Хотя они вкусненькие, конечно, но крекеры детки обычно любят больше. Но неважно. В принципе, для меня то же самое. Дальше. У него сегодня все самое вкусное. Последняя неделя школы. Я пообещала, что будет все вкусное у него в сумочке. Значит, Мишкины лапки, о которых я говорила, они похожи на пряники. Вот знаете, как были прянички такие медовые у нас в России, в Украине. Такие вкусы с детства. Так вот, такие вот здесь тоже в Канаде делают. Вот, и его любимый сырок. Я уверена, что, в принципе, что-то из этого он обязательно принесет, потому что обычно он столько не ест. Ну, вот как-то так. Это понедельник. Доброе утро! Сегодня у нас вторник и очередной набор Идоши в школу. Как вы уже знаете, вилочка, ложечка, йогурт. Сегодня у нас опять фиш наггетс и опять у нас тоститос. Вот. И бутылочка с водой. Ой, бутылочка с водой. Вот такой простой, незамысловатый наборчик. Доброе утро! Сегодня у нас очередное утро. Мы идем в школу. Сегодня среда. И это будет последний репортаж, который я сделаю из тех вещей, которые я готовлю. Потому что вы посмотрели весь спектр, который он не богатый, может быть, но это то, что кушает мой ребенок. Все остальные вещи он кушает у меня дома. Сегодня у нас будут макарончики. Это просто я их вчера сварила. Сегодня их подогрела просто в маслечке. И вот пустые. Он их любит без ничего, без сыра. Есть дети, которые любят с разными подогревами.
подливами, с сырами, с сырочком натертым. Он любит пустые, просто пустые макароны. Вот огурчик, такие вот маленькие, когда есть, я ему даю. Сырочек, тоститос и бананчик. И макарончики, Доша, я тебе даю сегодня. Вот, так что вот такие у нас наборы. Если у вас есть вопросы по поводу питания в школах, какие-то дополнительные, можете спрашивать под этим видео. Пока-пока!